дизельными. Молодцы. У нас нельзя снимать. Камера. Нельзя. Это частная собственность, здесь нельзя снимать. Пожалуйста, можете выключить. Интересно. Что это? Странно. Выключить. Получил. Камера выключит. Нельзя здесь снимать. Интересно. Молодой, можно вас попросить камеру выключить здесь? Нельзя снимать, не было, только выйдите, пожалуйста, на улицу. Странно. Вы не понимаете, да, что вы говорите? Нет. Камеру зачем выключили? Ну, если вы хотите снимать, идите снимайте на улицу. На улице. Странно как-то. Это частная собственность, понимаете, что здесь нельзя снимать? Странно, удивительно. Выходите, пожалуйста. Вы хотите, чтобы мы просили охрану, чтобы вас вывели или как? У вас нормально все? Что нужно от меня? Чтобы вы не снимали. Почему тут стоите вот в нашем помещении, вот скажите, а почему вы снимаете еще? Там было написано открыто. Ну, открыто. Открыто, но не чтобы да. Снимать. Там же не написано открыто для видеосъемок. Это частная собственность. Вы знаете, что это наказуемо вообще, то, что вы снимаете здесь? Блин, ну ладно, я готов заплатить штраф. Ну нет, а зачем вы снимаете? Слушай, вас попросили? Через 30 секунд не уходите, мы тогда вот, ну, вызовем там полицию. Зачем? Зачем это снимаете? Вы видите. Что такое? Просто охранник у вас будет сейчас вытащить. Ну, это наше помещение, мы тут работаем, так что вы нас просто мешаете. А сюда люди могут зайти? Нет, не могут. С видеокамерой и снимать не могут. Если вы хотите, вас что-то интересует по коллекции, пожалуйста, ну, камеру снимите, положите вашу сумку и, пожалуйста, снимите. Что-то удивительное знаете, место. Запрещено снимать. Но вы же в Госдуму не заходите и не снимаете. Я хочу оштрафоваться. Что вы хотите? Оштрафоваться. Кому оштрафоваться? Да. Знаю, кому. Кому вы хотите оштрафоваться? Ну, кому угодно, я не знаю. Ну, вы кто? Вы из полиции, вы кто из государства, то что вы хотите штрафоваться? У вас какая у вас? Смотрите, вот, короче, это наше помещение, у нас магазин закрыт. Вот повернитесь, пожалуйста, закрыто, и все. Вот вы не можете зайти. У нас никто тут не может зайти. Видите, здесь вот, не давайте. Мешайте нам, давай. Вы знаете, что здесь мешаете? Странно. Все, магазин закрыто. А, закрыто? Да. Пожалуйста, тогда можете выйти. Удивительное место. Удивительно, ничего не влезает, да? Что вам нужно вообще? Что хотите? Хотите покупку? Выключите, посмотрите колесо, купите. Здесь не мешайте. Пока что магазин закрыт. Ну, закрыт, и так будет закрыт. Выключите зайдете. Нельзя снимать? Нельзя снимать здесь? На улице? Конечно. Да ладно. Даже нельзя здесь фотографироваться. Еще тем более в камеру. Странно. Удивительное место. Даже на улице нельзя снимать. Ну, обязательно что, кого-то вызвать? Не, не надо. Давай тогда идите по своим делам занимайтесь. Не мешайте нам. Хорошо. Странно как-то. Да? Еще пару кадриков снимать. Не понимаете, морачивайте. Идите дальше, здесь не стоит. Будьте мешать. Выключите парень. Странно. Я вернусь, ребят. Там делаем, да? Что, не понимаете, как хорошо? Я на пару кадриков. На пару кадриков. Идите туда. Выключите или зайдите.
Идите или выключите, зайдите. Не стойте, не мешайте мне. Буду сейчас все снимать здесь. Все досконально до каждого пикселя. Не люблю, когда хватают за камеру. Отнимать? А? Вы хотите отнимать это все? Нет. Попробовать все. Сейчас видим, вот, будьте разбираться с ним. Идите, не мешайте нам. Выключите, идите. Отстаньте от меня. По своим делам занимайтесь. Отстаньте от меня. Не снимайте все, не зайдите. Выключите все. Удивительное место. Открыто же. Выключите или, или выходите. Вы же открылись. А? Вы же открылись. Не, вот закрой ты еще раз. У меня прочее. А, закрыли? Да. Блин. Ну ладно тогда. Будем стоять ждать открытия. Краткое пособие, как закрыть магазин с помощью видеокамеры. Причем до сих пор закрыто. Странное, конечно, учреждение. Закрыто все еще, да? Здесь по записи только. Клиент. Без записи нету, не зайдет. Новое что-то появилось. Решили теперь по записи только впускать людей. Да. Какие-то люди странные за мной ходят. Вот. Ну, я как бы не отказываю. Постановление. Я им не отказываю. Вот. Хотят за мной идти, пусть ходят. Снимать нельзя. Да. Нельзя снимать. Ладно, я пойду тогда в магазин поснимаю. А я его тоже снимаю. Да, не надо, я запрещаю. Да, вон закрыто. А когда откроется магазин? Скажите, когда откроется магазин? Магазин хоть откроется, я хочу только зайти. По записи. У вас по записи есть, зайдет, да. А, я записан, да. Я записан. Иванов. Покажите список, пойдемте в список, посмотрим. Нельзя. Так, почему я в списке есть? Давайте посмотрим список. Я звонил на номер 900, вот, и мне записали меня в ваш магазин. Давайте списки проверим. Куда же, если записать, звонит, приедет. А почему закрыто? Можно зайти? Закрыто. А почему? По записи здесь. А где записываться? Где записываться? Скажите, или вы придумали это? По записи. А он не закрыт будет. Я хочу записаться. Где можно записаться на прием? Выйдите, сюда, в этот магазин? Как я пришел записаться сюда на прием? Сюда нельзя. Камера нельзя. Мы записаться пришли. Записаться пришли, чтобы посетить ваш магазин. Выйдите, проверьте списки. Можете списки проверить? Объясни. Нет. Ваши отдельные. Это просто люди, которые ввязались за мной, не знаю. Закрытый кто магазин. Это. Мы в магазин. Как записаться, чтобы посетить сейчас ваш магазин? Что, где списки? Какие списки? А, вы наврали, что ли? Нету списков, чтобы записаться в магазин. Только записан с моим клиентом. Почему вы не понимаете? Почему вы заходите в магазин? А мы записаться. Закрыто. Записаться. Он перерыв технический? Да. Да. А до скольки? До 8. А где написано, что технический перерыв? Мы напишем сейчас. Напишите? Да, напишите тогда, а то я буду возвращаться каждый раз. Хорошо. Хотели товар приобрести? Вот. Я думаю, вы будете... Хотели посмотреть ассортимент ваш. Закрыто сейчас магазин, я не говорю. Ну, тогда, значит, вы до 8 сегодня не работаете.
Да? Я не понимаю, вот почему вы хотите записаться, вот что вы хотите записаться? Ну, хотим вот я приехал из другого города, я не из Москвы лично, я хочу... Чтобы записаться? Да. Я хочу товар посмотреть, возможно, куплю. Выключить его, выключить камеру. Вас же закрыто, вы сказали. Не, когда будет открыто, мы уже предупреждаем, чтобы вы пришли вот без вот этого вот видео. Если я сейчас камеру выключу, я смогу зайти? Нет, у нас сейчас технический перерыв. Так что, когда мы откроемся, тогда вы можете заходить, но без камеры просто. Ну, тогда я жду открытия, мы придем. Ну, снимать. Просто не здесь, да. Здесь, сюда приду, буду проходить каждые 15 минут мимо какую магазина у вас цель вообще? И заходить сюда. Нет, посмотреть товар тоже. Ну, хорошо, тогда, когда магазин откроется, тогда вы можете заходить. Только без камеры можете. Хорошо. А можно вас узнать? У вас вот, видите, камеры стоят? Ну, это наша камера. Вон камера. Это для нас. Ну, это как-то странно. А это вы нас снимаете, мы будем товар, мы же не вас будем лично снимать, а товар только. Да. Вы нас снимаете, мы как бы не против. Да. Закрыто. А, не, или... Закрыт магазин пока что. Закрыт. А, you're not speaking, it's closed. Покупатели. Все, пожалуйста, ходите. Через 15 минут ждите, ходите, я вернусь. Давайте, да, хорошо. Да. Давайте, да. Сейчас откроется, придем. Через 15 минут? Ну да. Все. Странный магазин. Блин, такое гигантское строение. Вообще даже, ну, тут как бы не было. Тут, по-моему, закрыто, да? Что тут находится? Хочу посмотреть. Ну, вроде как вот что-то тут Сбербанк какой-то. Зайду, гляну, быстро посмотрю. Ну, тут, не знаю, даже первый раз. Центр подбора персонала. Может быть, мне устроиться? Не слышу, что там говорят кто-то. Зона курьеров. Съемка без специального разрешения, особенно зона ресепшн и прочим, запрещена. Так что будьте добры, либо стирайте это прямо сейчас. Что-то я не очень просто понял. Я еще раз повторяю, здесь съемка без специального разрешения запрещена, зона Сбербанка. Здесь никому снимать не разрешается без специального разрешения. Особенно то, что вы сейчас снимаете. Блин, ну ладно тогда, давайте штраф заплачу. Здесь не штраф, вы... Так, Леш, позови меня, начальник смены. Если уж надо, тогда что заплачу штраф? Нет, а при чем здесь штраф? Ну, я же нарушил, типа, нет, что-то. Здесь съемка запрещена, поэтому вы должны либо стереть все, что записали, прямо здесь. Блин, нет, что-то не хочу стирать. Пойду лучше отсюда, нет. Нет, дайте. Я ухожу, все, я убегаю, не надо. Странно как-то. Видите, ребят, отношение изменилось, когда один, а когда несколько человек. Что значит за это будет? Если вам говорят, что здесь съемки с видеокамерой запрещены, здесь зона Сбербанка. А чем запрещено? В Сбербанке съемки запрещены. Чем? Как чем? Внутренним распорядком. А я уже работаю. Какая разница? Здесь действует... Блин, а может я работаю в Сбербанке, я точно не знаю. Здесь определенные правила. Вы находитесь сейчас на территории, где... Соответственно, действует определенное правило мутного распорядка. Вы можете выйти за территорию, и там действует правило... Извините, а можно вас спросить, у вас есть камерофобия? Нет, у меня камерофобии нет, я еще раз повторяю. Странно как-то. Это все здравствуйте. Да, это все Сбербанк. Здравствуйте. Такое здание огромное. Да, вообще. Все офисы Сбербанка. В общем, ладно, я вам признаюсь честно. Со мной два туриста. Они им интересно, что здесь поделать. Здесь съемки запрещены, еще раз повторяю. Я, в общем, понимаете, как его, что там, а, да, кстати. Вы находитесь на территории Сбербанка, где осуществляется видеоконтроль. Опять же таки, по спец, скажем так, разрешение документально оформлено. Ничего себе. Вы находитесь... А если я курьер, я могу здесь находиться, вон там курьер? Вы можете здесь заходиться, только без спецаппаратуры, камер и прочего.
Как-то не производить здесь съемки. Удивительно. А с телефоном что здесь? Можно сперва. Люди, а здесь сотрудники и прочие, которые не хотят, чтобы их снимали видеокамерами. Так же, как и вы, наверное, не хотите, чтобы вас тоже снимали. Зачем они тогда камеры вешают, если никто не хочет, чтобы их снимал? Интересно. Что вам тут интересно, скажите? Мне понравилось, ну, если честно, мне понравилось строение само. Сам вот этот шпиль такой красивый, то есть прикольный. А я уже снимаю. Хорошо. А вы к нам пристаете, зачем это делать? То есть, ну, мы не бандиты. Кто да, вот охранник к нам пристает. Нет, ну а что вот у вас? А я не знаю, туристы вы или не туристы. Туристы, туристы. Я специально не знаю, туристы вы или не туристы. А может, вы планируете здесь какой-нибудь, не знаю, что еще. Я их вожу по Москве и показываю им достопримечательности. С какой-то непонятной целью снимаете здесь, где вам сказали, что снимать запрещено. Юрий, а может быть, вы устроили Сбербанк тоже с какой-то целью? Спланируешь что-нибудь? Да, вот. Попросить вас выйти. Третий идет. Мало. Ну, а вы начальник смены? Наряд полиции. Пускай проводят. Зачем? А что вы хотите здесь? Мы хотели зайти посмотреть, как у вас, ну, красиво все сделано. Чтобы я хочу... Ну, ладно, я вам признаюсь. Все, ладно, хорошо. Хочу открыть свой банк. Хочу скопировать все вот эти вот стойки, чтобы точно так же поставить у себя. Здесь запрещена съемка. Это Сбербанк. Ну, вот я хочу тоже свой банк открыть. Ну, будем сотрудничать. Мы сейчас блокируем дверь, да, вызываем наряд полиции. И вы будете объяснять им. Не вопрос. Зачем? А в других Сбербанках можно снимать? Это нарушение передвижения людей. Вот. Зачем давай вы? Давай на диван присядем, пусть. Я вызываю. Пусть приезжают. Зачем? Давайте без ментов. Ну, тогда давайте быстро. Но мы вам мешаем чем? Да, мы сейчас камеру. Чем мы вам мешаем? И мы поговорим. Ну, чем мы вам мешаем? Вот так вот, логически. Чем мы вам мешаем? У нас сегодня выходной. Здесь... посещение. Мы не будем заходить никуда внутрь, никуда туда. Мы здесь просто постоим. Вы снимаете сейчас после охраны. Что такое? Ничего, это запрещено. Внутренним документом Сбербанка. А, так я же не работаю здесь. Это внутренний на вас распространяется. Дверь, пожалуйста, у нас сейчас закрыта будет официально. Поэтому вы закрываетесь? Да. Прошу покинуть. А, вы вообще закрываетесь? Да. Слушай, они закрываются, оказывается. Тогда пойдем. Ну, если они официально закрываются, то о чем? Они закрываются. В общем, ребят, это как вот... Только что вам расскажу историю. Только что были в магазине, точно так же заходили, и нам опять запрещали. То есть мы говорим, что такое? Они говорят, закрыто. Тоже, вот и вы тоже закрываетесь, да? Замечательно. Ну, подождем, откроется. Да пойдем. Они же сказали, они закрыты. Пойдем. Сегодня, в общем, мы закрыли один магазин. Сегодня закрыли второй банк. Целый вот такой вот многоэтажный дом, просто гигантских размеров. И что для этого нужно? Что для этого потребовалось? Просто всего лишь видеокамера и твое присутствие. Все.